вы кто? Кто я? Если бы я знал, не носил бы маску. Есть люди, которые уверены, что мир добр и справедлив. Кругом одни радуги и единороги. Но мы знаем, что это не так. Это красивая обертка, которая скрывает настоящий мир. Черно-белый. Скоро они будут кричать «Спасите!» И мы шепнем «Нет!» Мы убедили себя, что они ушли. Но они просто спали. Они пришли за всеми. За каждым полицейским. Одновременные спланированные нападения на дома полицейских Талси. Теперь полицейские носят маски, чтобы плохие парни не нашли, где их дом. Кто откажется от такой конспирации? Та-дам! Люди в масках очень опасны. Их нужно остерегаться. Почему? Они что-то скрывают. Лори Блейк, ФБР. Знаете, как отличить полицейского в маске от супергероя? Нет. И я не знаю. Огромный, ужасающий по масштабам заговор. Если я расскажу о нем, это взорвет тебе голову. Кто ты? Может, я доктор Манхэттен. Он же на сраном Марсе. Ты слишком много ругаешься. О, ни хрена себе! Все только начинается.